В Тверской области продолжается реализация общественного проекта «Ямам нет». Активисты, предприниматели и волонтеры заделывают ямы на небольших дорожных участках и придомовых территориях. Проект реализуется при поддержке советника президента России Владимира Васильева. На этой неделе политик принял участие в ремонте дороги в поселке Мирный Торжокского района. Подробности в материале нашей съемочной группы. Улица Молодежная в поселке Мирный Торжокского района. Для местных жителей это направление имеет крайне важное значение. Здесь расположен единственный в населенном пункте офис врача общей практики, а также детский сад и десяток жилых домов. Со временем асфальт на этой улице прохудился достаточно сильно. Местные жители обратились за помощью к активистам проекта «Ямам нет». Мы используем технологию холодного асфальта. Пакетированный асфальт при контакте с воздухом и под воздействием виброплиты битум начинает высыхать, асфальтобетонная смесь набирает плотность, и, в общем-то, она практически сразу может эксплуатироваться. На объекте работают сразу несколько волонтеров, в то время как одни укладывают асфальт в одном месте, другие готовят плацдарм на другом участке. Проект «Ямам нет» реализуется на территории Тверской области с 2016 года. Его инициатором и идейным вдохновителем с самого начала стал советник президента страны Владимир Васильев. Работы по заделыванию ям политик не просто инспектирует, но и принимает в них непосредственное участие. Как считает Владимир Васильев, такие проекты, как «Ямам нет», это отличный пример того, как люди могут самоорганизоваться на местах. Не каждую дорогу и двор можно быстро привести в порядок за счет бюджета. Вот если это делать в установленном порядке, вот это все надо срывать, пригонять сюда большой поезд, вы знаете, да, катки, асфальт возить с завода и закатывать. Но это будет стоить миллионы. А мы сейчас говорим про сумму. И не везде надо это тратить. Центральные дороги делают. Ну а вам-то нужно же здесь. Поэтому я и говорю, давайте вместе поговорили. Кто-то может. Вот смотрите, ребята согласились. Мы им поможем. Пусть они приезжают, будем организовываться. Добавим, что только в 2021 году активистами проекта «Ямам нет» отремонтировано 315 ям. Любой житель может подать заявку на ямочный ремонт и принять в нем участие, помочь дорожным рабочим, поработать на субботнике или дать свои рекомендации, как лучше обустроить общую территорию двора. Заделать яму на дороге у дома, прибрать свой двор, убрать мусор, покрасить лавочки или соорудить детскую песочницу. Все это можно сделать самостоятельно, объединившись с другими жителями дома, с активными предпринимателями, живущими по соседству. Заявку на ремонт ямы можно подать на сайте проекта ямамнет.рф.